Что вы не ожидали? Что мне гуманитарку привезут. А давно получили последний раз? Давно не помню, в Донецке еще когда-то получала. Вас как зовут? Валентина Григорьевна. Валентина Григорьевна. Валентина Григорьевна живет в поселке Александровка. Еленовка. Еленовка, перепутал. Скажите, а вот Еленовка, она была раньше жестоко обстреливалась? Да, да, вот граница у нас, мы в серой зоне, вот стреляет Химик, надо Кучаевск, Петровка, это все на нас сюда стреляют. И здесь слышна стрельба и сейчас? Вчера вечером, ночью было все, постоянно стреляют, вот особенно вот как поменялась власть немножко в Украине, вот это Зеленский пришел, так еще сильнее стало, не так, как раньше, тише, а сейчас уже так стало. Я понял. Мы уже живем. Стараетесь жить, да? Но 82 года. Сегодня благодаря одному замечательному человеку из Америки, Владу Чепрасову, мы приехали, проведали вас, привезли вот здесь наш продуктовый набор. Здесь есть продукты самые необходимые. Спасибо, Влад, огромное тебе и низкий поклон за твое внимание к пожилым людям, которые живут на Донбассе, на линии фронта. Спасибо, Ин, спасибо всем, кто помогает. Большое спасибо. Дай Бог им здоровья, им, ихним родителям и детям, внукам и правнукам. Я желаю хорошим людям по седьмое поколение добра. Спасибо вам большое. По седьмое поколение, чтобы было добро. Мы так живем.